Детское радио представляет. Соседи по планете. Мы живем в большом и красивом мире. Имя миру нашему Земля. Здесь у каждого есть своя квартира. Норка, гнездышко или конура. Твердо ты слова запомни эти. Друг для друга мы всегда соседи. И чтоб мирно нам существовать, нужно больше друг о друге знать. Нужно больше друг о друге знать. Сегодня мы ждем экзотического и очень уважаемого гостя. На Востоке о нем издавна слагают легенды и песни. И без него человек ни за что не смог бы выжить в пустыне. Догадались, о ком речь? А вот и он, верблюд. Здравствуйте! Сразу хочу добавить, что мы, верблюды, живем не только в пустыне. Мои сородичи вполне могут жить даже в вашей Якутии. Там же так холодно. Вы не простудитесь? Смотрите, какие у меня ноги. Пальцы и ступни в мозолях. Удобно ходить и по пескам пустыни, и по снегу. А шерсть защищает и от палящего солнца, и от холодов. Вы ведь знаете, что по ночам даже в пустыне очень холодно. Ваша выносливость стала притчей во языцах. Говорят, что вы месяц можете обходиться без воды. Это мне льстят. На самом деле не месяц, а около 2 недель. Во-первых, мы, верблюды, не потеем. Во-вторых, мы запасаем влагу в своих горбах. Ведь наши горбы – это жир, из которого в экстремальных ситуациях мы получаем воду. Поэтому мы можем очень долго обходиться без воды. Зато когда уж доберемся до источника, можем выпить сразу 50 литров. Почти у всех животных известны их предки. А могли бы вы рассказать о своих? Никто точно не знает, когда на Земле появились первые верблюды. Но 30 миллионов лет назад они уже точно жили в Северной Америке. Были мои предки мелкие и приземистые. Потом часть первобытных верблюдов попала в Азию и Африку, где теперь живем мы и наши двугорбые собратья. Другая группа предков подалась в Южную Америку. Со временем надобность в горбе у них отпала, и они превратились в лам. Да, чуть не забыл. Не так давно археологи обнаружили еще одного нашего предка – верблюда-гиганта. Он был раз в 2 больше, чем мы. Он обитал в Сирии 100 000 лет назад. Говорят, что вы всегда были на службе человека. Да-да, уже в Древнем Египте мы были вьючными животными. Ведь мы крайне выносливы. 250 килограммов – вот сколько груза мы можем нести на спине. Берберам и бедуинам, которые живут в пустыне, без нас было бы не сладко. Я знаю, что из верблюжьей шерсти они делают одежду и даже ковры, а молоком утоляют жажду. Да, на Востоке нас почти боготворят. По одной из легенд, пророк Мухаммед назвал людям 99 имен Аллаха, а своему верному верблюду открыл тайну 100-го имени. Недаром нас с тех пор называют любимцами Аллаха. В арабском языке существует для нас почти 100 названий. Все зависит от нашего цвета, комплекции и возраста. Интересно, а в Европе, скажем, вас не пытались разводить? Пытались. Лет 300 назад несколько моих сородичей за
завезли в Италию и Испанию. Но тамошний климат им не подошел. Нет, слишком холодно и влажно. Зато в Австралии нам так понравилось, что мы стали жить там целыми стадами. Да, чуть не забыл, нас очень полюбили в России. До такой степени, что наши портреты красуются на гербах Челябинска и Челябинской области. Как интересно. А чем еще вы занимаетесь? Вы не поверите, участвуем в скачках. Соревнования на одногорбых верблюдах – очень популярный вид спорта в арабских странах. Между прочим, мы передвигаемся особым шагом – иноходью. Всадника при этом почти не трясет, и это, кстати, с успехом использовалось во время военных действий. Арабские лучники стреляли куда более метко, чем кавалеристы противников. Вообще, очень познавательная беседа получилась. Спасибо вам большое.